Делаю себе завтрак. Что у меня тут есть вообще? Гречка. Рыбка осталась с ужина, запеченная в духовке. И нарезала чеснок. Это у меня rocket salad и лук. А и гречка у меня еще, да? Вот, сейчас я это пожарю. Немножко масла оливкового. Что-то мне есть захотелось так с утра. Обычно я подольше хожу. Но когда вечером поздно не ешь, то утром есть хочется. Когда налопаешься с вечера, то... Вообще раньше было наоборот у меня, кстати, по молодости. Помоложе была. Я наоборот, если я вечером наелась, то утром есть опять хотелось мне. Сейчас наоборот. Так все меняется в этой жизни. И даже организм. Пирожки сделала, нажарила и в духовке напекла. И дала мужу, он понес на работе, там просили его принести, попробовать, англичанин. Вот я говорю, сними мне видео. Посмотрим, что у него получится. Положила самые красивые. Тут остались такие загоревшие на его вкус. Вот у нас будут длинные выходные. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник у них выходные. Но это будет у нас Пасха в Англии. Истер. Но у нас мы опять никуда не едем, не идем. Должны закончить свой проект. В чем я сильно сомневаюсь. Но муж сказал, значит, будем заканчивать. Так, чесночок подсыплю. И потом, я надеюсь, мы будем свободны, более свободны от своих дел. С домами. Вот, почему я хотела видео сделать. Меня просили мое мнение. Вот я заикнулась как-то в прямом эфире, не успела закончить мое мнение о том, лучше покупать, что лучше купить жилье в Англии, либо государственное жилье добиваться. Да, сейчас его надо добиваться. Раньше было проще. Сложно было, но не так. Мне кажется, сейчас намного сложнее, потому что народу прибавляется. То, на мой взгляд, хочу рассказать об этом. Сейчас сделаю себе завтрак, а потом попозже вернусь. Вот такой у меня завтрак получился. Сейчас травку еще посыплю. Нашла сегодня такую блузочку свою, которую я давно уже забросила. Почему забросила? Потому что глубокий очень вырез, и я никак не могла придумать, что мне тут как-то. В общем, она у меня валялась. А очень хорошее качество, шелковое. И фасончик у нее классненький. Вот, и она у меня валялась, и цвет мне очень нравится. Сегодня достаю. Наткнулась на нее. Думаю, дай померяю. У меня бывает такое. Взяла и кулон этот у меня лежал тоже давным-давно. Надела сюда и очень мне понравилось. Классный кулончик. Он вот здесь вот убавляется, прибавляется. Его можно растянуть, можно вообще вот сюда под горло вот этими штучками. Вот. И сам он такой вот, как муранское стекло, блестит внутри. Ну, в общем, классно. В общем, я придумала идею, которую я мучилась уже давным-давно. Не могла никак себе придумать, как же мне носить эту майку. Вот. Ее даже чувствуется лето. Прямо у меня уже теплый воздух, кажется, меня овевает. И
Она очень такая легкая, тоненькая. Ее можно даже носить без лифчика, потому что здесь кармашки на груди нашиты. Вот, спокойно. Поэтому, ну, штаны, конечно, не эти, будут беленькие, может быть, бриджи, может, белые штаны у меня есть. В общем, уже хочется лето, лето, лето. Девочки из Инстаграма попросили меня разглядеть кулон, про который я рассказывала. Вот он такой. Переливается внутри, блестки у него, как у муранского стекла. Но это не муранское стекло, я не знаю, что это, из чего он сделан. Покупала я его, как бы не соврать, по-моему, в Марк и Спенсер когда-то. Да, мне кажется, да. Он на кожаном шнурочке, который очень удобно сделан для того, чтобы его убавлять и прибавлять. То есть делать его длиннее и короче. Вот так движутся вот эти вот круглые шарики по шнурку. И вот он так вот вдвойне делается. Такой короткий становится. Можно удлинить таким же образом. Так, такой красивый. Я надеюсь, видно эти блестки. Так вот они переливаются. Очень симпатично. Внутри срезанные цветочки вделаны. Очень похоже на муранское стекло. Когда была в России этой зимой, и у меня случилась любовь с косметикой Natura Siberica. И вот привозила себе из России, так-то навезла косметики, ну, набрала. И сейчас она у меня покончалась уже вся. И я нашла здесь на eBay у нас. Получила такую косметику. Очень она мне нравится. И принесли быстро. Все на английском написано. Такой вот. А, еще это вот Агафья мне попалась. Правда, не все я нашла на сайте у них, у продавца на eBay, то, что хотела. Но то, что нашла. Попробую. И ошиблась вот этим одним. У меня кожа сухая и нормальная, а это для жирной и комбинированной кожи. Ну, я рада даже такому небольшому, конечно, выбору. Пока нашла одного продавца, может быть, еще найду. Но у него так все там, не только у него Natura Siberica есть, Тагафья есть, еще какие-то. Буду пробовать. Нравится мне вот это вот описание Natura Siberica. Оно очень красиво преподнесено в аннотациях, что очень много натуральная косметика, и она в России-то вообще дешевая. Вот. И, ну и очень мне нравится. Очень мне понравилась косметика. Я ее раньше пробовала, мне дарили. Но что-то я ее как-то не оценила. А сейчас вот в этот раз взяла крема, у меня позаканчивались там, или я, в общем, пришлось мне. Да, мы же задержались во Владикавказе больше, чем собирались. И крем у меня закончился, я пошла покупать. Думаю, возьму такой. Я его уже знаю, и он мне очень понравился. Я перед отъездом набрала себе там и дневной, и ночной крем, и масочки, и скрабы. И вот у меня крема уже позаканчивались. А это я увидела вообще для декольте и шеи. После масок, нанесения на шею, гимнастика, маска, и потом этот крем буду делать. Такая моя посылочка, небольшая, правда. Но я на пробу взяла. Возьму, посмотрю. Буду заказывать теперь. Я. Yeah.
Mr. Matt, he's going to try. No, this one. First, this one, it's a cabbage. Yeah? He's try Russian пирожок. It's okay? Yeah, now, this one. It's with potato. Yeah, very nice. Which one you prefer? This or this? This one, yeah. So he liked this one with a potato frying. That's nice. Yeah, try eating. Yeah, take it. Yeah, it's your lunch now. Okay, no problem. See you.